Всем привет, и мы продолжаем дальше делать наше оружие. Так, на прошлом видео остановился то, что здесь были фаски у нас, я их сделал. Здесь я делаю сейчас чемфер, чтобы были красивые такие окантовки по краям. Так, сейчас покажу. Вот они как раз здесь прямо даже видны, именно эти окантовки. Значит, здесь снова подгоняем форму. Попробовал здесь отодвинуть э, данный объект. Но это слабо прокатило, поэтому я вернулся обратно. Так, теперь вот на ранее созданной поверхности, точнее я теперь делаю вот эти вот, э, как сказать, их, не знаю, направляющие столбики, я не знаю, как их еще назвать, э, используя профиль вот, этого, вот этих вырезов, которые я сделал ранее то есть я повторно уже не создавал, скетч, я его повторно использовал. Здесь я сделал их насквозь. Теперь я сделал здесь. А, точнее, подгоняю здесь уже дальше профиль, чуть дальше, чтобы здесь они, так сказать, перекрывались. То есть у нас соприкосновение такое вот было. Так, здесь вот подгоняю колесико, смотрю, подходит-не подходит. Ну, собственно, все как обычно, да, здесь э, делаешь какие-то поверхности, что-то подгоняешь, изменяешь. Э, Следующие команды, они, естественно, тоже повторяются. Здесь вот получилось так то, что здесь у меня э, расстояние не было зафиксировано. Получилось так то, что при изменении радиуса чуть дальше у меня здесь э, вот это линия осталась на месте, а все остальное пододвинулось. Вот, поэтому такое получилось. Вот теперь у меня здесь все зафиксировано, и все хорошо теперь. Заново от, как сказать, там, размеры сделал, Дальше я здесь э, делаю фаски. А что, что? Так, там ничего такого страшного не было. Вот они как раз эти, эти фаски. Посмотрел это а, на модель, как она выглядит. В целом, естественно, тоже советую это делать, чтобы сразу а, оценивать общую форму. Теперь я здесь делаю новый цилиндр как раз-таки для винта. Вот, вот для вот этого винта. Примерно подгоняю его толщину под именно а, по краям. Именно вот по вот этим вот краям. Вот сначала делаем базу делаю внизу здесь фаску, потому что вот она здесь видна. Теперь при помощи инструмента, который называется Thread, который находится в Future под Hall Wizard. Здесь я выбираю вот этот цилиндр, то есть, вернее, вот эта грань окружности, от которой начинается, то есть, это стартовая точка выреза, у которой я здесь могу при помощи вот здесь нажав галочку offset я могу отодвинуть данную, как данный вырез чуть ниже здесь я просто сделал точку старта поэтому так получилось здесь обратно удаляю возвращаю вот здесь offset и чуть-чуть отодвигаю вниз чтобы вырез у меня прошел еще дальше как бы то есть не заканчиваясь на вот этот грани а еще дальше ушел Дальше здесь я вот внизу End Condition, я здесь выбираю Auto Selection и выбираю вот эту грань. И теперь у меня вырез, он всегда будет доходить до этой грани. Не важно, что я изменю, допустим, высоту как-то данного цилиндра, да. Но, как сказать-то, вырезы, они останутся именно по толщине, по размерам, такими, какими я их сделал именно вот в инструменте, ну, то есть в настройках данного, данной, данной команды. Вот так у нас получилось, и теперь сидим, подгоняем форму. Как получается, здесь я пытался подгонять примерно форму. я этим инструментом пользовался первый раз. Поэтому я здесь все делал как методом тыка. Но это вполне потом получился результат, вполне хороший. Это пока что, да, я тут сижу, делаю, пытался здесь изменить размер, сделал побольше, потому что здесь видно, что... От, Вращения мало, да, и разрезы слишком большие. Здесь вот, как видно, вращений очень много и маленькие отверстия. Я все здесь пытался подогнать форму, да, вот примерно вот так. Вот как раз я говорил, вот он этот, со сдвигом вниз, то есть офсет, он сразу насквозь режет, что очень хорошо. На первый взгляд, это кажется, а то, что это все вот так вот тяжело делается, да, как бы можно сделать спиральку и сделать профиль, допустим, вот такой вот, да, и вырезы по кругу. Ну, зачем это делать, когда можно вот, ну, автоматизировать, что ли, вот, вот этот процесс. Немножечко, но автоматизировать, что очень хорошо. Потом я нашел здесь такую вещь, как size. Именно вот размеры я здесь выбрал. Вот 1.72, выбрал другой, и сразу видно, что они становятся сразу больше, и уже более похожий результат стал, что очень хорошо, то есть он не может не радовать. Дальше уже подгоняем под нашу форму. Предположим, вот так получилось. Вот изменю здесь радиус и изменил высоту. Как видно здесь, винт остался неизменным, то есть, ну как сказать, сами вырезают винта, нарезы его остались, что очень хорошо. Теперь я делаю здесь а, x XRootCut здесь и сделаю здесь в фаске, именно у м, краев, чтобы было это более, более реалистичнее что ли. Вот и сразу видно, а, как заиграла вот эта форма геометрия. Дальше здесь я смотрю, что мне дальше делать. А, смотрел референсы, искал вот это место. отодвину. отодвинул. Была единственная такая фотография. Здесь я уже закрываю, закрою здесь вот эти поверхности путем удаления, удаления именно поверхностей с включенной здесь сказать, опции опцией Delete and Fill. То есть удаляется, удаляя поверхность, у меня оставшееся отверстие, оно зальется. То есть именно филом сразу, как, ну, как крышка кэпом закроется. Вот, вот так вот. Здесь я тоже решил здесь потом попробовать закрыть, то есть решил попробовать здесь командой offset Сдвинуть вот эти отверстия. Потом я не стал мучиться, обратно вернулся на команду вот delete face, доудалил вот эти вот поверхности и заново сделал отверстие, вот вот. потому что реально так проще и быстрее. Как я уже говорил, я здесь делаю вырезы, то есть профили для выреза. Дальше отсимметрируем. Все, собственно, как обычно, ничего сложного с включенной командой draft. Я это делаю экструд вниз, чтобы для запекания, чтобы внутри появился угол хоть какой-то, то есть не было под 90 градусов. Теперь я делаю профиль для вот этой части, то есть делаю грубый прямоугольник с экструдом. Теперь я делаю вырез, хочу здесь сделать вырез вот этот вот на вот бо на боковой части, боковой стороне. И здесь уже внизу с привязкой к 45 градусов чтобы при передвижении вот этой поверхности у меня остался здесь угол 45 градусов. Ну, он похож просто на 45, поэтому я не, я не знаю, как он на самом деле. У меня не было таких близких фотографий, и как-то все равно это не такая важная деталь. Конечно, обманываю, важно все. Потому что в любой, в любая мелочь может что-то не так дать форму, дальше, даже вот эти вот расстояния, и уже изменится дальше что-то, как общее представление, общий вид модели. Ну вот, на данном случае так вот пришлось ухищери, ухищериться ухищриться и оставить, как есть. Дальше я делаю здесь отверстие. Здесь уже пропустил, сейчас говорил. Я здесь сделал же отверстие заново. То есть не заново, а вот у, в, у вновь испечен вот этот вот диаметр, да, который только что сделал. Делаю здесь винт вот эти вот. Дальше сделаю здесь профиль а Профиль профиль у скетча. Это вот он, вот этот вот инструмент. А полигональный есть, не ошибаюсь. Я не помню, как, как он называется. Вот, при помощи драфт. Делаю такую форму. Делаю фаску, чтобы было видно. Пока что. По крайней мере, она, она видна здесь. Поэтому я ее делаю. Я не делаю здесь вот эти фаски, которые края. Именно острые-острые грани. Я их не делаю. Они автоматически появятся в ZBRAS потом при использовании Dynamash. и Как я уже говорил, до этого фаски я делаю только там, где они реально нужны, то есть реально видны, точнее, то есть, вот, например, вот здесь видно фаску, здесь видно фаску, здесь видно фаску, здесь, здесь, вот в этих вот местах здесь все это видно. Вот их делаю как раз-таки вот эти места выреза. И сделаю здесь <coughs> фаски. Потому что а, они, эти фаски, они формообразующие. Они просто вот эти вот острые грани, которые чуть-чуть сглажены. А именно вот формообразующие. Смотрю, как в целом все выглядит. В, с включенным ambient occlusion, этот это ambient occlusion, а, real-time. Можно включить, если м заставить работать а, RealView. Вид RealView, как я уже говорил, если вам интересно, как его включить. Пишите в комментарии, я запишу отдельное видео, либо вот напишу как инструкцию. Как его включить, включить очень просто на самом деле. Вот также этот RealView добавляет не только MP, так нужно RealTime, но и как раз-таки вот эти вот все отражения, и в том числе вот эти честные отражения на полу. Плюс также можно включить тени, будут реалтаймовые тени. Что очень тоже хорошо как бы для оценки геометрии, как она выглядит. Вот, как я и говорил, уже здесь сделал фаски нужные мне. Зафиксирую здесь расстояние, чтобы можно было вот так а, спокойно потом двигать вверх-вниз, подгонять форму. То есть, имею в виду, вот эту часть вот так вверх-вниз вот так гонять. Все. Теперь, как мне подошло, я... Что делаю после этого, чтобы хорошо оценить геометрию именно с, со светом, тенями, с отражениями у материалов. Конечно, в Solidworks можно включить этот RealView, но он не дает такой полной оценки. Именно с затенениями, вот Ambient Occlusion и прочее. Да? Поэтому я использую KeyShot. Из Solidworks в KeyShot я ничего не экспортирую. Я просто сохраню файл. Именно даже в сборке, именно файл вот этот, assembly. я вот сохраняю. Открываю KeyShot и импортирую туда файл SolidWorks. То есть мне не нужно ничего экспортировать из SolidWorks. Я, наоборот, импортирую файл SolidWorks в KeyShot. И уже здесь я, как обычно, вот накидывается HDR, то есть окружение. Накидываются материалы какие-нибудь уже готовые из пресетов. И уже смотрим, как это получается. То есть смотрим, крутим, смотрим на отражение, как форма переливается и все такое. Допустим. Предположим, вот так сделал, да? И вот просто смотрим, похоже или нет. Вот как я уже говорил, я не делаю стопроцентную похожесть. Данный курс не Не о том. Допустим, вот. В вот. курс курсе этом я показываю, как как это можно сделать при помощи КАДа, то есть улучшить свой процесс создания модели, то есть ускорить, улучшить как-то, ну и просто для общего развития. Вот, вот, вот так выглядит. Вот. И уже здесь подгоняем просто настройки освещения. Вот. Ну, все, собственно, на этом видео закончилось. Вот настройка освещения производится во вкладке Environment. Здесь я крутил Brightness, чтобы сделать поярче типа, освещение. И контраст, чтобы тени стали более жирнее, что ли, Погами они стали более черными. Вот. Ну а так, все, собственно. Дальше уже будем делать дальше странная фраза вот а, надеюсь вам понравилось если что-то непонятно либо что-то хотите новое узнать пишите в комментарии я обязательно отвечу при возможности вот. Все, всем спасибо и до встречи